Всем добрый день! Сегодня, друзья, я вам показываю свой лук, который посадила на подоконнике. Как вы видите, он прекрасно вырос и растет у меня круглый год. Лук беру круглый, грунт беру, кокосовую стружку или просто опилки домашние. У меня здесь опилки, пропаренные кипятком, чтобы убили все микробы. Посадила лучок, и он пошел расти, как вы видите. Срезала, как вы видите, вот с этой корзинки у меня столько получилось лука. Обрезаешь, он по-новому растет. И круглый год мы всегда с луком. Витамины на столе круглый год. Советую вам попробовать. Всем пока. До новых встреч.